Приехали. Чё, по грязи. Нормально мы так закидались. О. Сезон открыли. Мы его уже открывали 5 января. Угу. Working in the rain, and the autumn leaves are falling. Only you can kiss the pain. Only you can kiss the pain. Февраль, насколько тепло? Мухи даже повылазили. Так, ну и немного про насос. Насос у нас стоял вот такого образца. В общем, он в инструкции ничего сложного. У нас получается электродвигатель. Все это в герметичном корпусе состоит. На конце двигателя у нас крыльчатка. Далее все это в корпусе, где крыльчатка вращается, вода поднимается. В общем, вот так работает. Но этот неразборный механизм у нас навернулся. Доступа никакого нет, только разламывать. Ну, понятно, что корпус, который не разбирается, разломать можно, но собрать потом вряд ли. В общем, решено было купить другие насосы. Сонечка, будем рассказывать, что у нас новое. Раюня спит, там две новых подушки. Спит. У нас появился биотуалет. Чистенький. Жидкое специальное к нему. За недорого. Такой ковер сейчас на фотке покажу. И вот два насоса купил, так как наши насосы вышли из чата. Будем менять на вот это вот. Называются они насос Белак для перекачки топлива. Но они все одинаковые, все на Алиэкспрессе. Кто под воду, кто под топливо, кто как напишет, в общем. Впаривает везде. Этот насос хорош тем, что он может разбираться. Те насосы неразборчивы, починить невозможно. В общем, их только разламывать. И что дальше будет, неизвестно. Но так все то же самое. Та же горловина и тот же насос. Два штуки. Сетка, хомут вот в подарок даже идет. Инструкция какая-то есть. Зима, плюс 20. Выбрались на улицу. Счастливый ход. Погрязи, да? Погрязи. Знаешь, что я историю какую расскажу? Сейчас до вечера досидим. Потом будем выезжать, застрянем. Переключения начнутся. Копать начнем. Все в грязи. Приедем в час ночи. Счастливые. Класс. Нас развлекают эндуро.
Пёр. А тут мы остановились. Вот там ублюдки мусора накидали. Уже не стал убирать. Выгребал это место не один год. Заехали. Что такое? Чистенькое?